Всем привет, с вами Зень Влад, и сегодня небольшой вложик про горнолыжный курорт Коли. Много чего рассказывать не буду, просто смотрите, наслаждайтесь. Возможно, будут какие-то вставочки. Место потрясающее. Если вы когда-нибудь побываете в Финляндии или какими-то путями окажетесь здесь, обязательно заедьте на это прекрасное место. Погнали! Сезона Коли примерно выглядит вот так. Это просто потрясающая снежная сказка. Есть еще таких снежных сказок здесь по всей Финляндии очень много. Вообще классную штуку нашел, сейчас вам покажу. А здесь Коли находится на берегу озера. Я не знаю, к сожалению, как оно называется. Наверное, это Пелинен, озеро Пелинен. И моя девушка раньше жила в городе Лиекса, и чтобы нам добраться из города Лиекса до Коли, нам нужно было делать такой гигантский круг вокруг озера. Но здесь есть у них зимняя трасса, которую они открывают. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Зимняя дорога, в которую они поддерживают просто в отличном состоянии. И можно добраться напрямую из Лиексы. А где она у нас находится? Где-то здесь. Или может быть даже выше. Вот напрямую сюда в Коли.
Раньше до войны в Финляндии было довольно-таки часто, что много где вы можете встретить надписи и обозначения на русском языке. И я заметил такую тенденцию, что теперь они пропадают. То есть, если раньше было где-то на русском написано, то теперь этого уже нет. Это все связано с тем, что Финляндия граничит с Россией. И раньше отношения между Финляндией и Россией, между Карелией, были намного лучше, чем сейчас. И они были весьма дружеские, я могу сказать. Сейчас, конечно, все уже испортилось. И такой дружбы больше нет. Wait, close as well. Should we take a break so you can fix it? Or do you have a screwdriver? I don't have. I think we need to go down. Actually, I have. Really? You just... really? This one. See if this works. It's that then. Okay. Shit, holy Christ, auntie. What else do you have with your hammer, chainsaw? No, auntie, I think I cannot reach it because it's too close to the edge of the binding. Yeah. I think I can make it down, so I'll just fix it down. Okay, good. I think they have screwdrivers down there. Yeah, definitely. Yeah, should we have a break now, Ben? Works for me. If it's okay for Vlad. Yeah, same. Okay. Yeah, because I need to pee. Yeah, me too.